talking to myself, but it's like I was too weak to be someone. Всем привет, дорогие друзья, с вами Клауд, вы на канале Клауд АМ, и мы продолжаем возвращаться в BIMNG Drive, и на этот раз у нас для извращения есть катапульта, ну и на будущее у нас еще валяется еще и пушка, которая стреляет ядрами, тоже очень весело разрушает. Давайте запускать Mercedes, 24-й кузов, я накачал немножечко модов, и мы теперь можем позабавляться и новыми машинками тоже. Ну что, запускаем? До этого мы переключаемся на наш трамплинчик, и... А давайте в слоу-моушен запустим. Сейчас замедляем камеру. Вот, слоу-моушен. Мерседес пошел. И загрючим в слоу-моушене. Физика, ресетнись. Физика, давай. Так, ну у нас вот есть Audi Quattro, такая B1 или B2 называется она. Давайте попробуем ее запихнуть. Может быть, она не заключит, все будет нормально. Тем более я трамплин перенаправил теперь на... Запаркуем сейчас. На вот те вот... рампы, и надеюсь, что будет достаточно весело. Сейчас мы попробуем это все дело зафиксировать. Лишь бы не зависло. Улетает машина. Пошла красиво. И, если не ошибаюсь, по траектории как раз-таки улетит туда, куда нам нужно. Переключимся на машину. Подальше отодвинем. Да, мне кажется, тупо не долетает. Ай, бедный Audi Quattro. Так ее жалко. Колесо потеряли уже. Черт. Вот. Такая классная. Мы тебя так поломали некрасиво. Вот мы некрасивые. Но мы хотя бы... Нет, не доехали до трамплина немножечко. Надо поставить ближе, наверное, чтобы он кидал прям на это говно. Давайте попробуем это сделать ближе. Так, трамплин установлен, он сам сложился наконец-таки. Мы сейчас машинку пересетим. Сейчас камеру привяжем. У нас еще пушка еще впереди, так что мы повеселимся. Давайте сразу пушечку загоним, покажу, как вам пушечка стреляет. Тоже прикольно. Еще пушечек у нас несколько тут для баловства находится. Сейчас мы запустим Audi именно в этой пушечке. Перезаряжаем. К сожалению, я не знаю, как поднимать эту пушечку наверх. Она, ну, я не нашел клавиши. На официальном сайте уже почему-то закрыли, все там еще не написано. Поэтому фиг его знает. Мы... запустим это все. Ну, как-то вот так вот прямо. Хо-хо-хо-хо-хо! Вот это жесть! Она уже без мотора, фактически. Мотор в салоне. Спидометр отказался работать. Хотя мы сейчас не привязаны к никакой камере, но прикольно все равно. Хотя можно посмотреть, подождите, можем на нее переключиться. Да, у этой машины скорость 35 км в час. Миль. И все в милях. И пролетаем еще на трамплине сверху. Мало этого, то, что запустили, как мы еще на трамплине улетаем. Вот это жесть. Класс. Ладно, ускоряшечка. Audi Quattro, смотрите. Запаска вылетела. Шутка. А, слушайте, это реально запаска? Подожди, раз, два, три. Четыре колеса, это реально запаска? Сложилась в багажник, реально вылетела с багажника. А, заедем и попробуем сейчас как раз таки в рампу закинуть. Все, ручник не заставить, потому что тогда заглючит. Поехали! Ой, подождите, как тогда она улетела-то? Без меня-то. Ну, улетит уже в рампу, надо чуть-чуть выше, по рампу еще поближе поставить, немножечко не хватает. Мишлен Ауди, ну давай-ка. С мяточку улетела. Ай, красава, ай, красава. Бодыщ. Так. Ну все, запаска живая у нас. Подожди, это перед у нас лезает, что это такое? Это у нас перед, потому что интеркулер впереди. Запаска все-таки существует, она внутри, кажется, стоит. И эти штуки, как видите, колышутся. Мы сейчас заресетим. Поехали на катке, заедем. Попробуем. Но, единственное, что проблема, каток очень сложно остановить, он очень сложно останавливается. Ну что у нас, момент истины, давай-ка, ну-ка, заезжай, пожалуйста, заедь внутрь. Это что такое, он не вмещается? Не вмещается. Запускаем каток, это жесть будет. Так, ребят, ну вроде встали в каток, сейчас пора будем запускать. Будем, конечно, в слоу-моушене это все дело. Слоу-моушен. Интерфейс можем отключить, чтобы не мешал. Ну что, запускаем? О, он еле поднимает каток, он еле поднимает, все ломается, каток улетел. Вот это жесть, каток улетает. Ну что, сил хватает? Нет, сил не хватает, я уже вижу, что уже
Парабола какая-то очень маленькая. Почему так все медленно? Вот это жесть. Он, честно, катки ломаются или он такой, какой у нас бронированный каток? Как раз кабина плав... Ой, кабина смялась. Катки живые. Ну, водитель не выживает, это по-любому. Каток. Интересно, он еще едет или не едет? Ну-ка проверим. Он еще едет, каток, он выживает. Он вообще, он просто... Ему просто похер. Он, конечно, выглядит как-то стрёмно теперь. Но он катается. Так, у нас черная Chevrolet Nova 68 года, по-моему, или какого-то там года. SS-версия. Так, что вообще супер, смотрите, какая крутая тачка. Нас главное заехать грамотно на каток. Все будет классно у нас. Так. Пути-пути маленький, заезжай, заезжай. Тормозим, все, становись. Переключаемся. Так, интерфейс, ладно, оставляем немножечко. Или убираем, или убираем интерфейс, чтобы не мешал. Ну что, открепляем камеру, запускаем. В Шевроле полетел. Может быть, он легче, может быть, он долетит куда надо. Как думаете, долетит или нет? Вот это жесть. Хорошо, блин, красивая машина. Жалко об нее убивать обо что-то. Об землю тут. Но мне кажется, надо все-таки подвинуть наш прыжковый механизм, потому что машина просто не долетает. И видно уже, что максимум под низ куда-то упадет. О, щет! Смяли и багажник, и капот помялся, и моторы, и машина вот так вот себя некрасиво чувствует. Так, заезжаем задиком в этот раз. Ой, не вместились. Что за фигня? Сейчас заедем, не волнуемся. Все, я поставил поближе. Теперь у нас очень классный вариант. Ну, сейчас мы запустим. Так, торфисик. Пошла, пошла, родимая, пошла. Вот сейчас либо перелетит, либо как раз-таки так, куда я хочу, полетит. Сейчас посмотрим. Ну, траектория хорошая, мне нравится. Траектория при этом просто идеальная. Так, внутрь залетаем. Блин, нет, а бордюр будем стукаться, судя по всему. Оу, прижало-то как, а? Днищем прям. Развалилось. Развалюха. Складываем наш прибор. Складываем наш прибор. Хорошо звучит. Так, ну я в очередной раз поближе поставил прибор. Надеюсь, доедет. Только мы поедем в этот раз не на Шевроле. Мы поменяем на что-нибудь другое. Но это Шеви у нас был, да, Шеви Нова. Я не знаю, давайте Кадиллак попробуем. Ни разу не пробовал. Посмотрим, что за Кадиллак. И смотрите, какой крутой Кадиллак. Прям, знаете, что вспоминает? Вспоминается мне игра такая про XCOM, помните, такая в 80-х и 60-х там здесь разворачивается офигенным спидометром. Который тоже вроде как работает, да? Не работает, походу, спидометр этот раз. Так, нам нужно заехать, так сейчас переграмотно. Ну что, ребят, пытка не пытка, выбираем интерфейс, как всегда. Делаем слоумо, открепляем камеру и погнали. Запускаем. Понеслась, ура! Мы колпак потеряли, крыша тоже сломалась, видели? Даже при запуске. Ух. Один колпак заглючил, летит прямо с машиной. Ну, хватает мощности, я же поднял трамплин максимально близко, но должен туда же внутрь залетать. По-моему, не хватает опять. Нет, не может, залетит, но стукнется, да? Задним крылом. Туда кубики-рубики. Очень много... Ой, напорится сейчас. О, вот это же! Как распахнулись двери, просто капец. Бедная машина, как она, блин, бедная, запорола. Черт, мне просто жалко. Ой, щет. Вот это бедная тачка, да? Жалко машину, я согласен. Вау, рейс-версия! Вот это вообще крутая тачка, смотрите. Охренеть. Рейс-версия просто жжет. Так, стоп, надо переключиться на трамплин, чтобы снять обратно, иначе мы не заедем. Так, вот тихо подкатывается. Так, давай. Ай, чуть не заезжаем. Ну что, запускаем? Поехала. А, я забыл включить. Ну ладно, от него ничего не отлетел, потому что там, видимо, рама помогает держаться всему. Машина в полном порядке, но она тяжелее оказалась. Смотрите, трамплин не справляется. Ау!
Ау, колесо потеряли заднее. Переднее тоже странно как-то болтается. Надо еще пассажира посадить. Смотрите, как колесо болтается. Сквозь мотор болтается. Просто жесть. Ох, наконец-таки отвалилось. Слушайте, ну какая тяжелая машина. У нас получается, что она не долетает, потому что тяжелая. Давайте попробуем, как она вообще колесает, потому что она очень, по-моему, быстрая и мощная. Надо ее испытать на каком-нибудь трамплинчике. Сейчас попробуем на этом. Ух ты, как пошла, а? Красавица ты моя. Вот это дает она. Офигеть. Блин, классный Кадиллак. Вообще просто шикарно сделан. Я считаю, он сделан на 10 из 10. Сомнется? Ой, опять кольцо теряем. Потому что он не любит его колеса. Сбавляется от них очень быстро. Ух. Просто отвалилось. Ладно, давайте смотрим другие машины. О, господи, это вертолет. Зачем мне нужен вертолет? Давайте попробуем на нем убиться куда-нибудь. Он просто улетает. Он полетел сам по себе. Пока, вертолет, привези мне эскимо. На голубом. Ну, это же не голубой вертолет, ты мне эскимо не привезешь. Куда он полетел вообще? Вот спрашивается, нахера он куда-то улетел? Епическая херь. Ну-ка. Охренеть. А как наклоняться на нем? Оу, щит. Сикорский, прощай. Ой, это он падает, он решил упасть нам на руку, посмотри, как ломаются вертолеты. Ух. Давай, Сикорский, тащи. Почему у него российский, а нет, я думал, у него уже российский флаг. Ой. Бензобаки это или это бомбы? Наверное, бензобаки отвалились у него. На все, что он способен. Позор Сикорскому. О, смотрите, нормально. Пойдет. Все, что нужно. Она легкая должна быть. Должна очень мне плохо так. Ох ты, какая классная BMW. Ой-ой-ой, я забыл трамплин сложить. Замедляем время и запускаем. Ух ты. Ну что, башечка пошла. Ой, хорошая траектория. Ребята, походу, это будет залет хороший очень. Это бинго. В хроме все, смотрите, блестит на солнце. Ой, вы даже видите, некоторые машины будут перелетать, то, что нам нужно. Хотя, по траектории так и не сильно не скажешь, но посмотрим. Ой, это будет больно. Ой, как хорошо пошло. Залетел на траву. Давай, реал-тайм. Все. Скрылось. Только бампер какой-то валяется. Во, ребят, смотрите, BMW со стиком за рулем. Сейчас мы только интерфейс нафиг уберем. С водителем. То, что нам нужно. Помните, у нас такая была в адских молотах? Давайте мы сейчас запустим стика в этой кунсткамере. Так, давай, заезжаем. Давай, заезжай, скотина. Ну, наконец-таки заехала. Я уже думал, не заедем. Что-то не хотел заезжать. Так, ну что, стигу жопу сейчас получается будет. Давайте запускать, слоу-моушен врубаем и погнали. Оу, щит. Опять без мотора. Слушайте, надо, знаете что, надо этот вот трамплин поставить, чтобы он в стенку стрелял. Раз он не поднимается. Как красиво, да? Ух ты, как классно. А что летит? Это бампер или капот? Чего с ним не хватает? А, это капот смело слетит, походу. Вы понимаете, что в этой машине никто никогда не выживет? Даже стик, он в шоке. А, стика, смотрите, перекосило. Он, по-моему, мордой в руле спит. Уснул. Оу, щит. Да, и видео снимается в 60 кадрах, так что это вообще просто шикарно. Вы видите все это видео в 60 кадрах. Ребята, 60 кадров. Что может быть круче? Вау. Ускоряшка по полной. Да, это мне это. Так, ребята, ну вот я поставил трамплин, чтобы он стрелял ровно в стенку, чтобы это было веселее в страст. Нам осталось только переключиться на машину, поменять машину.
Мы этот вот Мерс, BMW это просто не видит, поэтому мы сменим наш агрегат. Я еще тут много чего не смотрел, кстати. Ну, давайте попробуем, например, вот эту машину. Сможет? О, ребят, у нас очень крутой джип. Насколько я знаю, этот джип очень классно проезжает по всем неровностям. Видите, он прям такой тут очень сделан для того, чтобы у него просто охеренная подвеска. Мы попробуем сейчас этим джипом стрельнуть. Замедляшку ставим, посмотрим, как он влетает в стенку. Хо-хо-хо-хо! Будешь добили. Аж заглючил, в конец просто добили машину. Ну, вы сами понимаете, что тут не только никто не выживает, тут машина превращается в металлолом, по сути. Просто жесть. Можно еще ближе поставить эту штуку. Но, по-моему, так понятно, что шансов выжить просто нету у этой машины. Где здесь что, вообще непонятно. То есть, это был зад, это вот перед, так, сколько я понимаю, как сюда все прокрутится. Ну, было весело, мне понравилось, круто. Так, у нас тут Honda Prelude, какого-то там бородатого года, судя по всему. Очень стар, по-моему, 80-го года, если не ошибаюсь, Honda Prelude. Попробуем запустить. Я единственное, что хочу поставить все-таки ближе трамплин. Так, ну что, дорогие друзья, запускаем. Honda Prelude, дубль 1. В пушке будет влетать сейчас в стену с большой скоростью. Это я сейчас грамотно так ставлю, чтобы потом камеру быстро повернуть. Сейчас запускаем. Физика не выдержала такого смятения и взяла, сломалась, к сожалению. Так, ну что, дорогие друзья, дубль 2. У нас в первом дубле, когда машина стояла задом, почему-то зависла физика. Надеюсь, в этот раз будет все лучше, физика не зависнет. Нет, физика посломается. Видимо, как краженная машина, что превращает... ну, если аж, давайте, конечно, все изменится. Вроде как какой-то аж, я вот не помню, как клавиши уже. С бэка клавиши мне физику обнуляет. Просто не знаю, поменяли. Она все же вылетела каким-то образом, когда я физику обнулил. Она машину раскинула, и смотрите, что произошло с машиной. Какой-то бред произошел. Бубухнулась. Жесть, просто жесть. Но машина какая-то глючная, поэтому нам придется сами поменять эту штуку. Так, удалось загрузить мне пингвина, так что сейчас будем запускать пингвина. Хочется заехать к пингвину. Ну, реально машина пингвином называется, кстати. Это я даже не утрирую, она так реально называется. Но что, нас поздравляю, мне удалось таки запихнуть этого пингвина туда. Так что сейчас запускаем в слоу-моушен физике. Посмотрим, как его раздают. Трамплин сломался, куда-то вообще исчез. Как всегда, кабина у пингвина улетает. Просто напрочь куда-то непонятно в стенку сейчас в данном случае. Ну, собственно говоря, вы кабриолет получаете в итоге с пингвином. Ух, это было просто жесть. Интерфейс вернись. Короче, пока я искал тут машины, короче, вот такую херню, которую скачал, она у меня есть. К сожалению, в пушку она не помещается, не знаете, но я думаю, что я, возможно, смогу наехать на трамплин, когда я его пущу. Как раз таки попробуем это сделать. Будет, думаю, очень весело на такую штуку запустить в воздух. Ну что, ребята, готовьтесь к эпику, это потому что будет эпик. Мы сейчас запустим вот это в космос. Это будет как-то очень глючно и странно, я более чем уверен. Замедляем, убираем интерфейс для красоты. Открепляем камеру и запускаем. Ха-ха-ха! Он уже поднять его не может! Смотри, что происходит. Трамплин не просто его не поднимает даже. Ой. Вот это жесть. Трамплин, ну. Да ладно. Не, подлетел немножечко. Пытается согнуть его. Что происходит? Жесть. Все, он просто повис на колесиках, смотрите. Нонсенс. Повис просто-напросто. Не, он слишком тяжелый. Трамплин не хватает мощности. Может быть, конечно, можно зайти в конфигурацию трамплина и изменить его мощность, но это нужно заходить уже непосредственно в характеристики трамплина. Это очень сложно меняется. Я даже не знаю, где это может меняться. Поэтому не будем это экспериментировать. Ну вот этот груша, повисший на трамплине, это просто ржака. На мой взгляд. Давай, заезжай, вездеход. Подпрыгнул, смотрите. Офигеть. Вот это жесть. Бодэй, еще не сломало хоть ему, нет, а? Ну, немножечко сломал, но почти не ломаемый, к сожалению. Ладно, обнуляем его к чертям. Интерфейс врубаем на место и давайте смотреть другие машины. Ну вот у нас на очереди Ford Sierra Cosworth. Очень легендарная, крутая, быстрая машина. Не знаю, как еще здесь она такая же.
Ну, прям рулит Сьерра, так точно. Поэтому он сначала заедет в этот, как он называется, задом в нашу пушечку, которая, к сожалению, не знаю, как поднимается. Ну, не знаю, извините, не знаю. Так, ребятушки, ну, Форд Сьерра залезла. Надеюсь, наглючить не будет. Так что дубль один, поехали. Ух, пол Сьерры просто уже нету. Видели, что пол Сьерры просто исчезла машина, пол машины. Просто жесть. Вот это сминаемость машин, да? Просто жесть. Так, ну-ка мы ее сейчас остановим. Попробуем сейчас перезапустить эту машинку на трамплин. Может быть, на трамплине помнется. Потому что она очень круто мнется. Я читал, что у нее очень неплохая подвеска у этой машины. Даже можно так сильно развернуться. Хорошо. Опускаем трамплин. Ну, чем отличается Cosworth Sierra от других Sierra, то, что у них знаменитый задний спойлер. Ну, вот видите, который стоит вверху, такой двойной. Есть еще и Escort Cosworth, и вот, в самом числе, Sierra Cosworth. Так, знаменитая, тем не менее, такая фирма у Фордов была, очень крутая фирма, кстати. А, переключаемся на наш трамплин. Делаем слоумо, вырубаем интерфейс, отключаем привязанную камеру и запускаем наш Ford Sierra, который должен очень далеко улететь в теории. Хорошо, хорошо пошло для начала. Ух ты. Ух ты, ух ты. Привет, ребятушки. Жалко, что никто там не сидит. У меня уже покрышка сломалась. Видели? Покрышка вошла прям. Вон, видите, сломанная покрышка. Мы диск сломали. Еще и передний диск тоже сломали. Ей будет сейчас очень больно, потому что она летит прямо на... Нет, не на стык. Просто... Продольная половина машины не существует. Хорошо, что она праворульная, да? Хотя бы водитель выжил. Это просто эпик. Это просто эпик. Очень круто. Очень круто. Колесо прилетело. Такое, привет, колесо. Все? Физика. Смотри, до сих пор прыгает. Ну, успокоится окончательно или нет, интересно? Нет, еще не. Не успокоилась, падай. Слушайте, вот это физика, да? Ах, слушайте, очень-очень-очень реалистично. Как будто, в, я думаю, в реальности примерно так же кольцо бы и прыгало. Ну, просто очень реалистично. Просто супер. К сожалению, я нечаянно закрыл игру, и у меня все заново пришлось все расставлять. Но я переделал немножко систему, и у меня что получилось? У меня, короче, пушка, которая толкает на трамплин, которая добивает это молотком, и молоток кидает и затягивает, если вдруг я даже не добил, в этот крашер, он тоже вращается. Вот, мы еще его запустим тоже. Здесь он запускается. Помимо всего прочего, у нас еще есть для баловства пушечка, которая стреляет ядрами, можно поставить в машины, там поддобивать. И вот такой вот крашер, где заезжаете, он крашит. Но это тоже, опять же, тоже заресетить. Сейчас мы, кстати, заресетим все подряд. Так, доехали до наших препятствий. Ну что, первое попробуем. Я считаю, надо попробовать первую эту штуку. Ага. А я сейчас вам покажу, какая-то пушечка. Она, во-первых, ездит, эта пушечка, да? Я сам покажу, как в Subaru стрельнет, чтобы как Subaru сминать. Причем вы можете от вид от ядра стрелять. Я сам покажу, очень ржачно смотрится. Вот видите, это целимся ядром в пушечку. Вот наша машина. Сейчас мы интерфейс уберем лишний весь. Замедляем время и стреляем. Ладно, так покажу. Оу! Щет. Так, я забыл выбить плавную камеру. Но машина нормально помялась, да? Сейчас я быстренько все переделаю. Так, ну что, дорогие друзья, давайте испытывать все-таки то, что мы хотели испытать. Ну и пока как пушка стоит, мы еще с пушкой поприкалываемся. Будет весело, там реально очень веселая вещь. Я имею в виду ту пушку, которая... А что у нас с молотком? Смотрите, молоток сломался. Надо будет заново ставить. Ну ладно. Попробуем сейчас сначала машинку смять сюда. Наверное, нужно какой-то разгон сделать. Для красоты. Как думаете, нужен, не нужен? Вкусняшка? О, щет! Вот это жесть! Вы это видели? Просто жесть! Просто мясорубка жесткая, классная. Классная вещь. Офигеть! Кабриолет! Она делает из машин кабриолеты, короче, грубо говоря. Поехала. Куда-то поехала эта машина. Ой, ну, мясорубка. Ай-ай-ай-ай-ай, все, головы нету. Без головы, короче, летим. Просто жесть. Бедный стик, нет! Нет, бля!
Пусть голова живая, смотрите, шлем спасает в конце-то концов. Жесть, просто. Ну, реально какие-то папа-мобили какие-то, не знаю, кабриолеты это делает, что ли? Просто жесть. Ух ты, бляха-муха. Сам смял вообще все, смял. Плоская машина, смотрите. Просто жесть. Как из грузовика сделать, я не знаю. Катер? Какой-нибудь там прогулочный. Потому что именно на лучше больше всего похож. А, вот тут на маленькой скорости не так и лагает. О, щит, она застряла, он не смог переварить грузовик, не переваривает. Жесть, подождите, а если я переключусь на эту штуку сейчас, ну-ка. Давай, краш. Ну, крашься, давай. Не хочет, все, сломалось, не крашится больше. Че так медленно-то заезжаем-то? О, щит, интерфейс включаем, ну, давай. А я не скрутил ее, что ли? Нет, она крутится. Ну как-то медленно, да? Чё так медленно-то, а? Вот, сейчас будет краш. Краш-тест номер один. Офигеть. Раздолбало. Ну-ка, ускоряем. Так, я так подозреваю, нужно будет ускорять самому, что ли, это все дело? Щит. Вы только на это посмотрите. О май гад. Это не то, что какой-то кабриолет или какой-то ловолку плотку прогулочную делает. Машина просто, не знаю, затирается в говно. Просто жесть. Офигеть. О, еще заглючила физика, все уже сломалась. Сломали физику. Так, ну что, ребят, починил я молоток. Давайте заезжать тогда на этой Субаре в эту пушечку. Сейчас только камеру не вспомню, как она переключается назад, я не помню. Ладно, она сама переключает назад, слава богу. Все, камеру убираем и с этим, как он называется. Берем интерфейс, slow motion. Даже пошел slow motion. Запускаем машину. Сломалось. Все сломалось к чертям. К сожалению, Субара какая-то глючная машина, поэтому я решил поменять на полицейскую машину. И давайте запускать. Может быть, сейчас будет меньше глюков. Нет, все равно глючит. Видимо, из-за молота, потому что молот не дает запустить. Это же... Вся физика просто подглючивает. Что за фигня? Ну что, ребят, сейчас я вам продемонстрирую, как глючит жесткая физика, как все глюкануло. Что это такое, я не знаю. Но это, походу, рванул трамплин. И с машиной внутри. И вот такая вот фигня. Образовалась какая-то космическая архитектура, не знаю, далеких планет. Просто жесть, какие глюки. Офигеть, да? Офигеть. Так, ну что, дорогие друзья, я немножко переделал. Молоток все-таки глючит, и он реально вызывает какие-то большие проблемы с физикой, поэтому там много чего-нибудь другое не работает. Ну, просто, видимо, не справляется движок игры и глюки. Поэтому я раскручиваю спиннер. Мы сейчас заедем на полицейской машине. Под ваши аплодисменты. И под ваши лайки, ребят. Под ваши лайки. Ух ты, заехал, да? Но скорость там большая должна быть. Врезаемся. Не допрыгнули. Падаем вниз. Сейчас буду ее колотить. Здесь колотунчик будет просто жесткий. Офигеть. А сейчас еще... Ладно, сейчас пока не будем переключаться. Неужели по инерции не остановится эта штука? Мне кажется, должна остановиться. Вот так вот. Да, остановилась. Но мы сейчас ее повторника запустим. Сейчас мы переключимся. Пускаем сейчас нашу систему. Надеюсь, не заглючит. О, щет. Подтормаживаться начинает уже. Колесо ходит, смотрите. Заметили, что колесо ходит? Офигеть.
Машина пытается тормозить, слышите звуки резины, которая пытается затормозить. Просто жесть. Все остановилось. Ладно, резай машину заново. Так, ну что, дорогие друзья, я пытаюсь заехать на катки на эту рампу конченую, но ну, беру максимальную скорость. Так, отлично, каток заехал. Это самое главное. Теперь мы пытаемся ускорить эту гребаную рампу. Сейчас попытаемся. Растолкает ли на каток вопрос? Что-то мощности не хватает. На другую сторону. Давай, давай, давай. Давай, давай. Раскатай каток. Слишком тяжелый каток. Не хочет раскатывать каток. Я думал, раскатает. Ну что такая за рампа? Давай. Ну давай, давай, давай. Нет, без шансов. Каток все-таки оказался сильнее рампы. Так, ну запускаем тогда на... Раз там все глючит, то есть там многие глюки. Ну много испытали. Мне мясорубка понравилась, очень прикольная штука. Ну тогда запускаем нашу, знаю, Ламборгини или Феррари. Неважно, она улетит на эти спиральки. Надеюсь, раздолбается по самое не хочу. Может быть, даже перелетим? Слушайте, мы даже перелетаем. Есть такое подозрение. Вот, давай вот об угол какой-нибудь, нет? Так, дальше улетаем. Смотрите, вообще перелетели в рампу. Шикарно. Очень легкая машина, видимо, спортивная. Чего удивляться-то? И днищем врезаемся. Пух. Колесико полетело. Вот это жесть. Че, и все? Я думал, как-то покруче будет. Ну что ты за машина-то? Ну да, ну что, раз такие дела, тогда предлагаю закинуть недоделанный Hyundai, завести на трамплин. Я посмотрю, как он будет. Какой у него яркий задний ход, просто жесть. Ну что, ребят, запускаем, что там уже? Давай, Hyundai, улетай. На металлолом тебя сразу. Ты ж Hyundai, там какой-то Elantra какая-то всего лишь. Или ты не Elantra, ну, очень похоже на Elantra. Старый какой-то, ух, как можно все рассмотреть, пока он летит. Ух, задевает? Да. Тяжелее оказалось, чем предыдущая машина. Но мы тут немножко даже подтолкнулись. Надо вот на ту часть прыгать. Мы немножечко трамплин не так подвинули. Немножечко не на ту часть улетает. О, задика уже нету. Задик весь в салоне. Труба выхлопная тоже куда-то потерялась. Просто жесть. Супер. Так, ну и как и обещал, мы немножечко поприкалываемся пушечкой. Она очень прикольно стоит ядрами. Ядра очень прикольно отскакивают. Причем можно в виде ядра это все делать. Сейчас я вам покажу. Прям вылетает. А я же вроде как показывал, не знаю. Улетает. Оу! Раздолбали переднюю правую подвесочку. Прямо на трамплин не тянули смотреть машину. Просто жесть. Так. Прям в упор сейчас. Только что один раз только стреляет ядром. Но. Давай! Ух, улетел. Так, стоп, он еще далеко летает, поэтому сейчас будет поприкалываться сделать. Сейчас, сейчас, сейчас. Убираем нафиг интерфейс, чтобы не мешал. Меняем камеру. Замедляем и стреляем. Полетело, полетело. Сейчас отскочит. Там скорость, в принципе, кинетическая неплохая. Давай, отскакивай. Ну куда-то направо должен скачать в теории. Yes. НЛО полетело, смотрите. Офигеть. Ну же, давайте отправим этот трамплин в воздух. Привязанный Hyundai к трамплину отправляем в воздух, давайте. Улетит? Не улетает, не хочет. Только глушитель улетел. Очень высоко. Просто жесть. Трамплины, блин. Ну что, дорогие друзья, если вам понравилось видео, на этом мы с вами заканчиваем. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Чем больше лайков, тем больше шансов, что я сделаю продолжение этих всех упоротых трамплинов, взрывов, не знаю, смятин машин. Так что не забывайте. Всем спасибо, что смотрели. Всем пока!